Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня уже 6 марта 2024 года. Меня зовут Кристина, и мой канал называется Василианс Кристина. Люблю вязать крючком и спицами. И я не просто так к вам вышла, я участвую в совместном проекте Триастарт 2024 года, марта. И организатор наших триастартов, это связано с спицами, Светлана. А в этом месяце ведущая на спицы и клубочки тоже Светлана. Второй старт я заявила сумочку. Почему я это сделала? Потому что сегодня я не ходила на ярмарку. Сегодня дождь был. Так как у меня вязаные игрушки, не хочу их мочить. И при том рядом с морем очень большая влажность и сыреют. Вот столько я связала по своей сумочке. Это пряжа Himalaya Velvet. Номер этой пряжи 913. И есть еще 900, 9002, он бледный желтый, это яркий желтый, 913, 900, 900 и потом 13 отдельно рядом. Вяжу я крючком 2,5 с тулиповским, еще своим стареньким, новый. Еще, ну, как иногда пользуюсь, иногда не пользуюсь. Что попадается, то я беру. И здесь я набирала не 34 петли, а 30. И вот так хорошо вяжется. Здесь у меня нужно 22 ряда связать. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 рядов. 7 рядов, еще потом постираю, дам форму, как бы это, потому что все-таки как бы чисто руки не были, но видите, какой-то идет оттеночек, ну вам это не видно, а мне как-то сероватым кажется оттеночек. Я всегда сумочки стираю, как бы уже, чтобы, наверное, без вишенки буду делать, просто сумочку. Надеюсь, что сегодня успею, сегодня постираю, сегодня высушу и завтра ее отнесу на торговлю. Надеюсь, что погода будет хорошая. Целый день дождь. Ну вот. Просто почему я не пошла на торговлю, я куда-то положила свою клеенку, но когда уже купила новую, я пришла домой и вспомнила, куда я ее положила. Хотя весь дом перерыла. Такое тоже бывает. И кроме этого, я еще вам покажу готовую работу. Надеюсь, что вы будете смеяться. Не знаю, я вчера, когда его связала, у меня такой смех пронзил. Встречайте. На кого похож? Такой хвостик. Крючком. На поросенка. Похож? Не похож. Мне прям улыбка на лице, когда на него смотрю. Что за животное? Не подскажете? Скунс или не скунс, да, как говорится. Это. Ну, кто кому на что гораст. Ну, я когда маме сказала, что это поросенок, она говорит, вроде похож. Ну, не знаю. А что еще здесь белые блики? Посмотреть, как смотрится. Это по мастер-классу моему, милый щенок, который тоже так и не выпустила свой мастер-класс, милый щеночек. Тело идет милого щенка, вот, ну, полностью все милого щенка идет. И просто потом ставила, приклеила глазки, пришила носик, еще приклеила и вышила бровки. Это связала так, как у меня другой поросеночек был. Помните, я говорила, что вязала из полухопка просто... Лень мне что-то открывать чемодан и доставать его. Так бывает. Надеюсь, что завтра будет хорошая погода, и я его сниму. Между прочим, видео он там есть. Кто за мной следит, то смотрит, там есть розовый поросеночек. Прелестнейшее создание. Еще вот готовая работа вчера тоже сделала. Пчелка. Радужная. Увидела, не помню на каком канале, что вяжу таких пчелок, тоже захотелось, но я в уменьшенном варианте за 200 рублей их продаю. И еще обычная пчелка. Такая вот радужная. Ну, обычная, желто-черного. Это Воланс. Это Вельвет. Это яркий номер 14. Лимоны там какой-то. И еще связалась
Сегодня смотрела Аверьянову, то есть мастер-класс у нее вышел на пупсиков. Ну, я вижу своих пупсиков, и я решила сделать так волосы, как она говорила, там один или три от глаза. Посмотрим. Еще носик нужно вышить. Хочу сделать девочку. Сейчас покажу, какими волосами. Сто лет в обед. У меня есть такая пряжа. Я еще ее вязала кофточку еще до замужества. Вот это вот остаток. И думаю, будет хорошо такие вот рыжие золотые волосы. Наверное, девочку сделаю. Хочу вот прям, чтобы хвостик был. Вот так вот пришью. И будет нормально. Как многие скажут, ну, Кристин, как ты придумаешь? Ну, что? Зачем мучиться? Вот так вот сразу раз и все. Приклею там момент кристалл. И все. Надеюсь, что будет держаться. И так вот будет такая шевелюра, и ничего не отпадет. Так что вот так. Это Воланс. Это Himalaya Velvet. Такого красивого бежевого цвета. Сейчас номер не скажу. У меня прям большой моточек. Еще старого этого моей моточки. Потому что он перемотан в 5 мотков. И этот раз вязала малышей пупсиков Воланс 18-й, но оно смотрится вот темненький такой. Я увидела у Аверьяновой, что она вяжет светленький. Думаю, у меня тоже есть такой светленький наподобие. Свяжу. Пупсиков мало не бывает, как говорится. Но хотя на ярмарке еще ни одного пупсика не продала, но присмотрели Юлюлечку с пупсиком, моим мальчиком. Там, наверное, такой же цвет, не помню уже. Нет, бирюзовый костюмчик. Потому что там подушечка бирюзовая и одеяльце бирюзовое. Ну, это сказали, что напишут в Инстаграме, но не заходила, времени нет. Такая я тоже бываю. Ну, так вот вообще с чудо. Так что вот так вот. Буду сейчас доделывать. Еще нужно связать 10 черепашек. Начну, наверное, тоже вот сейчас это доделаю, постираю и начну черепашек вязать, чтобы не подвести заказ. А, там разные черепашки. Увидела Аверьяновой, то есть черепашки наподобие, даже мне показалось, как у Насти Ктойс, которая платно. У нее получается дневник платный или там... Дневник вроде как это называется. Но я не стала покупать. Оно мне не нужно. Я сама что-нибудь все равно придумаю. Думаю, ну, если вот этого продам... Что... Так что, если вот этого милашного продам, уже готовая игрушка будет придуманная мной, да, как говорится. Почему нет? Так, и вот так вот. Спокойной ночи, малыши. Так что вот так вот. Посмотрим, как пойдет продажа у меня в этот раз. 2 дня были вообще шикарные. 2 дня первых. Потом немножечко так поуменьшилось. Вчера вообще было 0 по продажам. Ну, потому что концерт отвратительный. И из-за этого люди не стали идти смотреть концерт. Потому что музыка все решает, как говорится. Мастер-классы решают. Ни интерактивных, никаких там ничего не было. Поэтому... Непонятно, зачем нас туда загнали, как говорится, вот вчера просто. Хотя некоторые девочки, игрушек нет, никто не покупал, а девочки, ну, девочки купили бижутерию. Ну, хоть у одних что-то купили, как говорится, не в нуле. Так что вот так, на этой ноте я с вами прощаюсь. В инфобоксе будут все ссылочки на девочек. Проходите, вяжите вместе с ними. Я просмотрела Вита, вроде так называется девушка, которая из Латвии или Литвы, не помню уже. Она мне прям вдохновила на носки. Ну, у меня просто времени нету на носочки. Ну, такая шикарная палитра пряжи. У меня прям руки зачесались. Мне бы вот это хоть доделать, да, как говорится, успеть. Может, немножечко вздохну после защиты. И тогда будет у меня время на носки. Хотя очень вчера руки прям чесались связать носочки.
начать заново распустить старые носки своего сына и заново их связать. Ну, как там получается, до пятки связано. Ну, не знаю, когда руки дойдут. Так что вот так вот. На этой ноте я с вами прощаюсь. Всем любви, процветания, уважения, вдохновения. Берегите себя и своих близких. Жизнь у нас одна, ее нужно прожить достойно. Всем пока-пока. Ваша вязальщица Кристина.